Всем привет, я... Сегодня мы продолжаем проходить Сталкер. Это Зов Припяти. Сейчас я объясню, почему у меня спазик. 14, я уже выполнил задание у Бороды, которое... Там надо было это сделать. Как вот там... Это надо... Сейчас скажу, достали меня. Здравствуй. Ну, что же ты? Короче, это я уже выполнил задание. Мне надо расправиться с бандитами, предотвратить сделку, но не обижайтесь, что я при вас это не делал. Да, просто это. Я вечно проигрывал, когда съемку снимал там. Поэтому я решил так. Ты думаешь, не верю, что это тебе? Сразу, как только артефакт возьму. Не факт. Здравствуй. Рядовой Койр? Однозначно. Как торгует? Ага, берешь только знатное. Козел только знатное берешь. Я сейчас калаш. Я тут уже поднакопил патрончики. Я не читерил. С одним делом только. Да. Флинт, лох. Хороший денек, сталкер, я дядька Яр. Устал с дороги, небось. На, подкрепись немного, а то откуда же взять все богатырской силы без регулярного питания. Слушай, ты очень, кстати, сюда подошел. Нужна пара крепких рук, один не справлюсь. Возраст уже не так вот раньше помню. Что надо делать? Да, чуть-чуть, ерунда. Пройдись. Вдвоем до Капачей здесь недалеко. А там все сам увидишь. Хорошо, пойдем. Что в городе по-людски жить не давали? Что тут началось? Долг этот долбанный. На вылазка это у нас. Так, давайте колбасы. Ты, главное, не удивляйся. Иди тихонько, тихонько за мной, если шуметь и дергаться не станем. Все в бархатном будет. Ладно? Блин, за тебя я решился колбасы. И поставил хлеб, у меня хлеб только остался. Ты падла, конечно. Так. Тоже идти. Тихое местечко. Если к местному населению с расспросами не лезть. Вот, население, нам тут что-то... Блин. Опять, кажется, меня в драку ввязали. Да. Спокойно тут, как на курорте. Ой, нет. Друг друзьями не становится. Что-то тут одни враги у нас. А? Значит, с ними дружишь? Или мне их расстреливать надо? Блин, на. Почти пришли. Как же меня бесит твой медленный шаг. Да, тут одни враги. К ним вообще лезть не надо, а? Потому что, как бы, тут... Это типа аномалии. Так. Берем фонарь. Так и знал, фонарь надо будет включать. А ты-то... У тебя что на лбу фонаря нет? А у меня вот... Я вот умный. В комбинезоне хожу. Я вот умный, в нормальной броне хожу. А, ты сейчас хочешь что-то стырить? А, здесь, по-моему, артефактик был. Не, не артефактик, но что-то типа тайничка. Они. Он застрелить кого-то хочет. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Прав, кажись. А что, кто это? Кто это? Кто это вообще? Скажите мне в комментах. Я давно уже не играл в этот сталкер, вообще не помню, что это.
Это наемники! Что не надо в комментах писать? Сам узнаю, да. Сам узнал. Берем диспазик. Блин, а. Блин, берем тебя. Да блин, берешь ты нормальное оружие. Да. Не, возьмем тебе лучше калашик. У меня как бы мне с ним лучше живется. Что ты со своим интересом? Мне его убивать, как думаете? Вообще нет. Я... Ой, блин. Да. Я наемника вообще не угадал. Вижу, у тебя от вопросов язык чешется. Оно и понятно. Чё б не поговорить? Спасибо, помог дядьке. Возьми вот презент. И это если хочешь задавай вопрос, отвечу как смогу. Да здесь вообще что это произошло? Короче, не буду, пожалуйста, спасибо, я сам. О, не, падла, падла. Падла. Дядька, дядька. Дядька, я сейчас буду их обыскивать. Ну, мы дойдем до них и продался. Ху. Тут, ну тут это очень много. Короче, давайте все выбросим и разрядим. Сейчас. Сейчас. Ху. Кстати, гташки не будет больше. Просто это. У меня нормалек какой-то с гташкой. Там худ глючит, я может потом переустановлю. Так что, о, как же хавать хочется. Блин, а... вот, как думаете, что лучше, ХПСС1М или Марта? Это вы мне скажете для следующей серии. Что я реально сам не решусь. Потому что здесь еще до хрена зомбированных. Главное не попадаться им на глаза. Ну, и расстрелять их тоже на главное. Так. Тоже ХП. Тоже предпочитаешь, как бы. Да, тоже он такой. Знатно же тут зомбированы. Блин, валим отсюда. А то это как бы... Я сейчас не хочу тоже стать зомбированным или что-то типа того. Вася, тебе помощь не нужна? Я как бы всегда рад. Всегда рад людей от собак спасать. Всегда мечтал, да, блин. Пошутил. Нам, короче, пора. Блин. Чё же за хрень? Да. С Валерой веселее в жизни. Блин. А, собака. Вас кто вас пиздал? Зомби тоже. Они как-то сразу агрятся. Каковы? Задал это какая обычная? Вы обычные собаки вообще? Блин, за вас я патроны зря трачу. Нам пора на в этот обратно. На Янов. Так, где он? Да. Куда этот чел меня завел? Это... Утка с учеными. КПП. Стоянка. Черт, куда он нас вообще привел? Я как бы хочу это обратно. Я решил, мы пойдем на скат один. Да, все же, тут недалеко. На скат один. Как раз недалеко, так что сегодня мы исследуем скат 1. Очень полезное там. Блин, ну кажется, на него мы знатно не попадем.
Я пока буду пользоваться как бы Мартой. Потому что, да, как бы Марта нормальное оружие. Как бы что-то типа Desert Eagle, только, наверное, чуть-чуть хуже. Ну, похоже. Вон там. Почти дошли. Давайте. Блин, у меня хлеба мало осталось. Мины. Бля, тут могут быть. Да. Короче, я дойду туда, и мы продолжим. Я немножко считерил. Так, я потом это выброшу, когда обыщу вертолет. Два тела, похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Да, я исследовал скот один, я сейчас продолжу. Продолжаем. Надо как-то так по хардкору пройти. Листовки. Тут тоже. А. Блин, сильное кровотечение. Надо тихо идти. Вдруг на мину наткнемся, я не знаю, как она выглядит. Фактически я дошел до ската какого-то. Я дошел до ската. Не знаю, какой это скат. Да. Я еле-еле дошел. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Блин, тут псевдособаки. Это очень плохо, как вы знаете. Выпить. Куда мне сейчас надо? Я дойду, и мы продолжим. Так, я на полпути от Янова. Решу продолжить. Я выброшу его. И сейчас мы придем. Продолжаем. Я, кажется, это... Блин, а! Что это за эффекты? Да, сейчас гроза. А что я постараюсь выяснить? Причин ее. Даже что-то не показывает, сколько метров осталось. Блин, хлеб кончился, остались только консервы. Ну, сейчас продолжаем и убираем. Давайте открываем.
турнир Нокса. Ладно, ты техник. Это ты техник? Ну ладно, уходим. Там в соседней комнате был. Его, наверное, знаю. А, вот он. Там. Блин, материалов нет ни хрена. Ну в как в таких условиях работа? Вот здоров. Всем пришел. Ты можешь дешифровать черный ящик? Дай глянуть. Придется повозиться. Это будет по времени часа. 3 минуты примерно. 3 примерно. А по деньгам, ну, не дешево. Так что, так это точно. Да, как работу сделаю, тогда и поговорим. Ты бы мне пока материал подыскал. Угу, и вот заработаешь, и дешифровка дешевле обойдется. Ну да, будем ожидать. Давайте пока найдем кровать. Здорово. И поспим. Тут по-другому нельзя. Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу, как только артефакт возьму. Так. Надо найти хорошее место, где отдохнуть бы. Можно было. Медик, можно поспать? Да, я шучу, я не хочу спать с медиком вместе. Он еще не знает, что я могу сделать. Хаюшки! Да. Ты меня понимаешь. Сразу все самое крутое берешь, да? А Зод взялся за дешифровку черного ящика. И по его словам, для этого понадобится около 3 часов. Да, ну блин, где мне переждать, скажите? Пойдемте в бар. Тут может вы. Это бар? Как дела, охотничьи? Вот, ну, до 3 часов. Ну, давайте. Большие да нету, так что пока будем как бы не обнадеживаться на еде. Но будем ее у некоторых человек. Все закончил, а я с твоим ящиком. Вот это, блин, работка была как на духу. Знал бы заранее, хрен бы взялся. Сколько с меня? 3000. Держи. Ёй, пираный карась. Ха, не моё, конечно, дело знать, зачем тебе эта запись. Но раз уж ты за неё такие деньги отвалил, желаю, чтобы тебе с этого вышел толк. Посмотрим. Да, не знаю, инструменты взять. Ну, сейчас мы закончим. Я считаю, да. Надо этот артефакт загнать. И тебя убить тоже. Да, короче, и на... Подходи, брат, приветствую тебя в моем индивидуальном райском уголке. Что желаешь приобщиться к изобилию? У меня тут КПК снабженца долго нужен. Нафиг мне не нужен. Я все, что у него есть, знаю, как стать дешевле. А больше там ничего интересного нет. Я тут недавно в Азии
в оазисе побывал. Артефакт там нашел. Тебе нужен? В оазисе нечего мне мозги попудрить. Я много чего слышал про оазис. Но еще никто не наглел настолько, чтобы врать, будто там побывал. А любыми словами верить такое, знаешь, даже с детьми не прокатывает. Ага. Ага, а так поверишь? А тебя не интересует? Вот это да лох, наверное. Так, вот это. Ну, хотя у него ничего такого. Ну, и на этом было все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи.